أشهد أن Впервые призыв на молитву в мечети Мирхамед Джамисе, расположенной в районе маршала Жукова Ахмеджида, прозвучал более 25 лет назад. Ее возведение на месте компактного проживания крымских татар началось в 1992 году. Помощь в строительстве местным жителям тогда оказал гражданин Саудовской Аравии. А у нас он джаматамас чунып нетте юрты, джамы йок, анда баралар, картлар, мында баралар, аулетып, 95-й йыл спонсор келді бір араб адамы. Мында Ибраимаға оча бар еді, түрк ожасы дерс бере еді. Ну, жамаатқа ем, молалық япа еді, инамлық ем. Так, ана ұнынан соң, мына бұн жаптық жамымыздан қартылары, адамлар келіп. Қалғанымыз біле, ярдан бере еді. Біріміз су ташыдық, біріміз біле, а біле еті бұ жамыны 14-ке 14 яп шықтық. В мечеть приходят молиться жители нескольких близлежащих микрорайонов. В течение года здесь проводят обучающие курсы по основам ислама, а в летние месяцы работает лагерь для детей. Однако сегодня здание культового сооружения находится в плачевном состоянии. За долгие годы существования в негодность пришла кровля мечети. Во время осадков она протекает, затапливается пол, осыпается штукатурка. Требуется капитальная реконструкция здания, которую планируют провести поэтапно. Үстінден бізде калибрде яғмырлар бек не болса, ішіне башлай ақмаға. Тамма башлай, ақма башлай. А Иралда біздің балаларын кім анай шындан, оларын лафына қарған, бекім бір ел чидар бекім. Алла біле оны, не қадар яғмыр болар, не қадар қар болар. Шоға яраша, біз енді мына бұлтырдан башлады бұл әрекетін, ана бір ел енді, қысмет, иншалла, шоны нетеже бұсақ, юқарын ашып, яқынан, яңдан түверек халқман барабар. Біреу бекім шығар спонсор, иншалла, спонсор шықса, мұтлақ бізге терен қолайжа болар, теже болар. Еш болса, шо төбесін жапсақ, бұл. Әне кележек елға минарет алдымызда тұрады. Реконструкцию мечети местные жители начали своими силами еще в прошлом году. Тогда, собрав 1 000 000 рублей, они залили колонны, чтобы в дальнейшем расширить здание и перекрыть кровлю. Ведь число прихожан этой мечети растет с каждым годом. Люди вынуждены совершать намаз на улице. Аллаху чок шукурлер олсун, джамимыз тула, топ тула, да, базы вақытлары дышарға қадар, яғни инсанлар отыра, яғни бұл мердвенге қадар инсанлар отыра. Байрамларда атта дышарға бұл кірішке қадар отыралар, яғни дышарға соқақларда отыралар. Жұма намазларда тақмен бір, мен өле түшінсем бір 300-400 адам келе. Байрам намазларға қадар бір 600 адам келе. Бір ең есас бізде бұл дамымыздың дейштірмек керектір. Ве екінші бізім ниетіміз, бізім әрекетіміз бұл жамымыздың бүйікілештірмеге балабан япмаға, яғни бұл сақ ве сол тарафтан оны де қошмаға. Әбетте біз жамиге келеміз Аллахқа, яғни өз ибадетлеріміз еріне кетірмеге, ама әбетте біз істейміз бұл жамымызды гүзел олмағадар. Меселі бұл жамымызге, мен сізге бөлі жан үректен айтам, никах келмейлер никах япмаға. Ама біз білеміз ке, бізім адетіміз бар бөле, месел, Левадки джамисы, Сетнафе джамисы, Сейситар джамилер, олар гүзеллер, ве аларға әркес никах япалар. Ама бізге кімсе келмей. Әбетте, бұл не көстереш, көстере бізім джамимыз гүзел олмағанына. Проект реставрации обновленной мечети, украшенной куполом, уже разработан. Мусульмане мечтают возвести минарет и облагородить территорию святыни. Но своими силами местным жителям не справиться. Они призывают единоверцев помочь им в этом благом деле. Необходима полная реконструкция этой крыши. Предварительная смета этой крыши где-то порядка 5 миллионов. Мы понимаем, что джемат всех этих денег полностью не соберет, но ориентировочно, если хотя бы 1,5–2 миллиона джемат соберет, то все остальное мы, ну, надеемся на спонсоров. Призываем помочь нам осуществить наши мечты, поменять крышу. Желающие могут поддержать реконструкцию мечети Мирхамед Джамисе, перечислив средства по реквизитам.